Нахрена ты вторую рыбу ебанул? Второго по Кайф. приколу вырубил. Чё, так же в обе накидаем? Да. Сейчас никто не бежит, бежит Войт и Юля. Может, пока не дамажу, да? Да. Юля зеркало ловит, отойдет. Роганский подходит. Юля, иди зеркало лови. Она уже словила, вроде. Она уже словила, отошла, да? Ну. Карбонара, может, ты хоть чуть-чуть хочешь, блять, ну подбежать? Ну ебаный в рот. Призм. Шэдоу. Сервачок подвис, да? Да-да-да. Блять, ну сбегитесь вы, а. Сука, карбонара. Хилы так врастают вообще по ходу в позиции. В смысле, он от меня убежал, вы чё, гоните что ли? Да ты на месте он стоишь, чтобы, блядь, проебался. Дальнюю хуйню. Сука, два раза подряд лужу. Бывает. Я понял, тут диспел. Оп. Нарал. Я гимн сдал. Носики. Третий раз подряд лужи. Что-то мне после. Ну это твое прям. Реально. Так лагают. Укушу Седжа. Подбегите. Заебет. Так, там стопать надо, нет? Да, еще нужно один отдать. Стопаем, стопаем. Давайте стопнем. Он сейчас зальется. Еще укус надо передать. Тики-тики, так я его выносил. Петов тоже, блять, это агрессив. 10 секунд. Я в массаку дам. Угу. Я в одикона укушу. Кто еще не укушен? 3 секунды. Нажал. Шалфира укушу. Укушу шедоу на это. Кушаем бурдаунта. Передала, передал. Словила баф. Все, заливаем.
Иди, Юля, сдавай. Сразу тишина такая. Гробовая. Это мне? Походу. Или сосед же представили? Мою лицо лучше не представляют. Окей, как скажешь. Потом кошмары будут. Обожаю кошмары. Ну тогда я тебя свинг сюда. Да Серджи драматизирует. Ну, а вела мне, я понравился. А если у меня нет инсты? Смотри, как буквально есть. Катрисы, гни доткой в эту мобу. Все джуэ сенка, это нормально. Он лысый, это аморально. Блять. Ничего не понял, плохо слышно. Да ты слышал по-любому. Я только услышал аморально что-то и все. А что он сказал? Ну что-то типа лысый, это морально. А. Ладно. Допустим. Шутка прикольная. Ставлю класс. Продолжайте сразу. Заебали, кто боб кинул? Осуждаю. Осуждаю, ой. Ну да. Ты с одной стороны ты заставил. Заебал. Ну, в дракончиках жди боб тоже. Ага. А чё скажешь? А ещё чё скажешь? Не поверишь, я тебе тебя в этот самый выделил, только за тобой и слежу. Да, она просто двинутая. Остановитесь. Хорош. Мега хорош.
Хорош, блять, кто это был? Шалфей. Так я не заходил туда. No way. Че, не заходил туда? На лестнице установился кто-то? Пиздец, бля. Дохните все нахуй. Не хильте. Пошли на Вальку. Об нее сдохнем. Подайте все быстрее. Ну. Вроде же пока ее не убьют. Ну, он по Юле, дай диван. Только диван не работает. Да, он не работает. Не работает? Угу. Ну, вот выделось. Давайте мастерец. Все, Кася, слава хила. А фука ушли? Сразу же. Будьте как Слава, потому что он влажный. Ой, давай что знает. Он любит влагу. И же здесь мы про влагу, которая после дождя, правильно? Влага. Что за влага будет? Там вонь будет. Вонь? Не, ну по факту Йоксарон находится в воде. Так что, в принципе... А ну, помимо завтрашнего дня, еще когда ульда будет? Все. Почему все? Один раз? Завтра вторая. Next KD. Вчера была. А, я был, значит. Я просто на конце зашел. Ну, с конца не надо лучше. А лучше сначала, конечно. Да? Да. А, все шутки, вот это, писюны, блядь, это яйца, знаешь, пердеж какой-то. Вот это все, Никто про писюны не шутил, брат. Облизать, блядь, помазать. Как дети, ёбаный стыд. А чё, Рокшин лежит? Что такое? Он чё, шкаф... Он, ну, шкаф отменил или чё? Время странное. Дешевки. Время денег. Да это не его рэп, это кальянный движ. Это кальянный прикур. Вот эти рэперы, все дурачки вот эти вот. Заханыч там, вот это вот. Ты будешь все воспроизводить, что он пишет? Походу. Это Яндекс Алиса, блядь, Войт. Яндекс Войт. Почему 10 рыб поставили? Вы что, фрики? Рыба пыль. Лучше бы пиво поставили. Просто весь рейд. Я не знаю. Шампанское себе достану. Кто топа? Приору. Топа и синтек, и по итогу где они? А если через лука ходить? Если... Около рыбы пиво стоит, берите.
О, Шалфей мутит темку. Через кого хилить-то? Через Лока? Вообще, по факту, надо через Лока хилить. Ваня лучше вообще. Мастера урдал, ну конечно. Забирайте потом. А паладины. Ой, без ауры их летает. Suppressor spawned. Печка слева. Как он сдох? Вадикон, резни его. Уже подняли. Хорош, хороший вопрос. Понятно. Первый раз вижу, чтоб тут танк дох. Полдырно просто ебальником. Ну, скорее всего, второе. Это же за хрень, может, и все вместе. Нормальный танк, вы чё докопали за него? И ты нормальный танк. То есть, набасал всех хилов, короче. Нет, Сэджу, ты тоже, ты тоже нормальный. Хилов, дурачки. Да. Ну, справедливо. Не, я нормальный танк. Да, Сэдж, ты нормальный танк. Нормальные хилы. Значит, ДДшники виноваты. Ты хоть бы раз с фактом прибежался. Там что я буду? Не хиль ты, убежал от меня с фактом. Ты просто убежал от меня в конец комнаты. Ты три раза подрачил. Прощай такой. Свечка справа, далеко, залейте его нахуй, пожалуйста. Я за тобой лечу. Полдырно убегай сразу же. Друид, ты захиливай эту зеленую, дракона, короче. Если некого хиль, хиль дракон. Справа подавления много. И слева. Печка справа. Призван. Геру. Заберу шею. Не, нихуя. Я шею на мейн, на мейн, на мейн шею беру. Беру шею на мейн, все, ребят, анроллом. Опа. Ну так-то да. С учетом оффа по приору больше.
Меня это заменить надо. Мне нужно уходить уже. Рокшейн. Нет, ну просто как бы первая ЦЛК была написана по календарю 17.30, вот сейчас 17.25, у меня дальше все пиздец. А чар у меня только один, я во вторую в любом случае не иду. Я максимум трэш с вами почищу, мне надо такси вызывать где-то минут в 40. Так что как-то вот так, извиняйте. Всем, собственно говоря, удачи. Ну, спасибо. Давай, счастливо. Давай, у меня тоже 10 минут на все просто. Спасибо, солнышко. Я через 40 уеду. Прощай, зайчик. Давайте все распустим. Войт. Спасибо, Заханыч. Перекинь мне ЕП, ой, бля, ГП за шею. Не роган. Что за звук был? Да, отдал. И ему отминусуй, плиз. Что ты за звуки мерзкие? Фу, блять. Пойдем, делча. Хотите с лича кого-нибудь, на лича позовите кого-нибудь, лут продайте с лича, если никому ничего не нужно. Да его надо заранее находить, чего покупать. Да, сейчас смысл этой херни страдать. Ну вы напишите на всякий случай, может будет. Мы не продаем лут. Я с Бринтоль, с первого все. Босса сейчас. Пойдем воскресим сейчас этого Брагана с Костянова. Да, лут. Голосуют два мужика на трассе. Стоят долго. Это машин нет. Стоят а долго. Это анекдот. Вдруг из темноты выбегает мужик. Стоят с рулем долго. От КамАЗа. Имитирует визг тормозов и останавливается возле них. Что, мужики, проблема? Давайте подвезу. Ты что, дурак, что ли? Езжай дальше, мы тут сами как-нибудь. Тот достает ствол и кричит: быстро, блядь, с машину! Мужики испугались. Мужики испугались, побежали с ним рядом. Бегут километров 5, пробежали. Тут опять их с тормозов. Слышите, мужики, скоро пост ГАИ, у меня прав нет. Вы сейчас выходите, а я по кукурузному полю в объезд, через километр вас подберу. Обрадовались мужики, что дурака открестились, подходят к посту ГАИшнику. Слышь, нас тут... По дулом пистолета 5 километров мужик с рулем от КамАЗа. Заставил бежать. Бичи в центр. Где он? Мы давно его ищем, он без прав ездит. По кукурузному полю побежал, ничего не понимая, отвечают мужики. ГАИшник хватает руль от мотоцикла и кричит: садитесь, сейчас мы его догоним. Один сзади, другой в люльку. Мы ты что, мужик, не дурак? Будем бичами. Тот хватает автомат и орет: быстро, блядь, по местам. Но мы... Один сзади, другой в люльку. Делать нечего. Сели мужики по местам. Бегут втроем по кукурузному полю. ГАИшник на одного. Ты что делаешь? Ты же в люльке. Почему на прямых ногах? Быстро присаживайся. Мужик бежит на полусогнутых ногах. По частке ебашит ему по лицу. Ноги болят, оборачивается к другу на заднем сиденье и говорит: нахуй пересаживались, ехали бы спокойно на КамАЗе.
Ты зайди, посмотри, там зеленым загорится вокруг. Она там издает звуки, ты смотришь на ней. Давай, иди, займись этим. Проведи, проведи расследование, давай, давай. Это может быть шоком, но это походу маркдаун. Ты запиши видос прям. Дай, спасибо. Там, смотри. Это может быть шоком, нихуя ты, блин. Ну, он же типа приличный молодой человек. Ну. Не рофлит, не пьет, уважаемый. Сначала все недотроги, а потом, блядь. В тихом омуте, да. Да, да. Кого ты там черт там назвал? А тебе никто не говорил, что ты черт. Слава, ты ульды завтра что-то планируешь? Черт, я думал ульда. Oh shit, I'm sorry. Без 20:16:00? По Москве? 80. Ладно, это? Давай, епт. Ну, это два раза по 8 где-то. Два раза по 8, блядь. Ну чё, бро? Всё, давайте, удачи. Давай, удачи. Давай. Как удобней, так и говорите. Я всегда готов. Который, ебать, что? Блять, можно я этого не буду видеть, пожалуйста? Поговорка такая. Ты про чат? Да, да, да. Я в рейдовом сижу. Кстати, можно паровозик спалить через журнал боя. Ты типа на теракт намекнул? О, здравствуйте! Ну, здорово! А, привет! Как дела? Пока не родила. Грустно. Когда еще не родила? Ай, потом тебе будет не до смеха, я тебе сразу говорю. Всем девушкам. После посвящается. Не будет не до смеха, когда мы с тобой в 10 гир пойдем. Да, я буду на Вале танчить эту помойку. Понятно. Ответ убил. Заханчим мы на пару. Ебать, мы не пройдем. Я бы не смотрел, что не пройдем. Ну, если будете там только вдвоем, да. Давай ночевые, просто вары, недооцененный класс, вот и все. На бигдема недооценили. Поэтому он не ходит. Чисто сделал с шейм, да, на БГ пошел. Но... Что его недооценили на БГ. Паемся. Я помыться не успел, пришел с домой. Помыться не успел. Ну серьезно. Я серьезно не успел помыться. То есть ты вонючий сейчас сидишь, ну, за компом и играешь в Вовку с пацанами и обсуждаешь члены. Я понял. Ну, вроде все сходится, как бы. Ну, вроде да. По факту, да? Ну да, короче, это сразу видно. По-моему, оба одеты по факту.
Что еще делать пришедшему мужику с работы, блядь, за компом? Вот обсуждать член? Я дома один, кто меня нюхать-то будет. Ты чисто как спецназовцем работаешь. Думаю, сейчас приду домой, почилю, заходишь в комнату, играешь. А кот есть у себя мордант? Нет, у меня вообще никого нет. Я чистый, один член. Я хотел кота? Нет, я кота не хотел. Моя это, хотела кота, с кота игру, блядь. Не, коты буш... моча. Кто ты? Собака, что? Вот. Да. Охуенно, собака в квартире, заебись, блядь, овчарку еще заведи. Ну, не, ну что, какая у тебя квартира? Какая-нибудь. Какая, трехкомнатная, блядь. Не, ну, главное таксу нахуй не заводить, а таксу заебись. То можно и собаку нет, завести. Честно, Комиссар честно, собаку... Собаку надо в доме заводить. Да, вот, потому что иначе это просто вольер, помойка. Вольер ей делать, и нормально. Вольер. Конечно, понял. У соседей. Вольер. Сейчас бы собаку взять, чтобы в клетке ее держать. Живозиры. Ну, у меня знакомый, блядь, в смысле, в квартире ты ее держишь, и ты с работы прийти не можешь, она у тебя терпит ссать, срать, тебе показывает, и говорит, ща, я, говорит, воды попьешь. Нет, вольер — это имя. Вольер — это имя. Давай, Буря, рольнем на танка чисто. Вихторку. Рик-джоб. Я понял. Ну все, Буря. English. А чего хочешь по глыбам подамажить? Да. Я же не все ДК, которые просто боятся бить эти глыбы. Да, Седжи покажешь. Доткамор, доткамор. Че, я могу вармса тогда спекнуться? Буря спекается. Не переживай, шеф. Ты кому? Я? Нет, если ты мне. Ду в словах, когда забирать. Не тачил сидру. Короче, заносишь. Морда. Хуя я... себе, блядь. Че, в котры сюда на пол? А тебя муть, я тебя просто понял. Ну че, по этот кулак будет, не? Мортирузи, мортирузи. Дайте кулак по друидам, пожалуйста. Рик на хп обновите, пожалуйста. Роганский. Чё, у меня нету привет. Таунта на панели. Блять, чё мне? Беги, малышка, беги! Синдру так крутит.
Беги, малышка, беги! Ранквилу захильте? Захила. Да, я нажал формалин, так побежал-то в другую сторону. Не видно нихуя, не видно нихуя за боссом, не видно, блин. Хуёво, приходится на карту смотреть, только так понятно, куда, блин. Ну, потому что так и есть. Ну, это на ГП уже тянет. А, ГП сыпется, охуеть. Тянет. Там уже перетяжка ГП. Уже перетянули. Крайнюю зачем бить, правильно? Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Four, three, two. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает и трепещите, смертные? Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! А теперь почувствуйте всю мощь! Фаза 2. Дальше. Угу. Не, это слишком, наверное. Притяжка будет. Притяжка, да. Беги, малышка, беги! Трепещите, чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? О, это как нахуй. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Да я тупой нахуй, а не слепой. Зато честно. Притяжка. Там дефайте и танка. Беги, малышка, беги. Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Вы чувствуете? Сложила Борю. Что, Геру может? Наконец-то.
Хорошо, шеф. Пять, новый... Хорош. Печи, блядь. Вообще второй сагрит. Чё, кого, куда, нихуя, нихуя не понял. Какая глыба, куда они что-то. Привет, Кати. Я тут. Я ДБМ просто настроил. Чего, видишь, он на МТ? А мне на ХП кричать? Ну, плюс там фулл баф на ВИЧ. Каску крест. И кулак по друидам. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ.
ты пройдешь через эти леса и будешь молить о пощаде, но я не... служит доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои, в атаку! 5, 4, 3, 2, 1. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Почему он гений? Из прыжка прыгнул, что теперь? Осквернение. Soul Reaper soon. Понятно. Подвалик налили. Жестко. Ну вот это уже больше 25. Это уже сотка. Хоть океан, блядь. Там уже разостаться сначала, там уже не убежать. Там надо было смотреть, на кого ее кинули. Первый день. Да. Конечно, если кинули, под меня разлилось, блядь, что там сделать? Там он прям подвалик разлил, поэтому все там и стояли. Кто признается, кто-то?
А, Алларал. Понял. Мир тебе. Здорово. Че, вайпайтесь? Ну давай помогу. Шаману кидай пать. Ноль ошибок, друг. Друг. Ну, хочется целка свою собрать за осколками. Даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Че, решил не наказывать? Да будет так. Герои в атаку! Ну, я о том же, можно было не отнимать. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. А мне-то ты за че? Да это отнял. На Синдре. Ну не здесь же. Нормально. Если назначили, значит так надо. Там минус. Да я видел. Ой, что-то нихуя тридцашку дал, охуел.
Soul Reaper soon. Four, three. Блять, ромбик все обывается. А хули он там делает? Надежда тает. Soul Reaper soon. Four, three, two, one. Второй раз сколько? 41. Перебегать надо. Гим, дайте присли кто-нибудь. Уже сдал. Пятом сыграйте. Смотрите, как мир рушится вокруг вас. Поднял их торку. Осквернение 3. Soul Reaper soon. Soul Reaper soon. Я в тучке разобью их. Осквернение. Кто вайпнул, бля? Давай сотку тогда, это жестко. 900 гп. Весь рейд положил, бля. Сори гп этому господину. А чё это было, Берса? Теперь я хуй делать чё? Нихуя себе, бля, ебал. Что движет вами? Праведность.
слова. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир, и отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Ну, позавчера еще было, наверное. Че, хочешь, чтобы ты убрал ГП? Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Охуя. Дежавю. Да, чё-то не помню. Помню, падало сильно, такое. И не раз падало. Чё тут, шаманом, шапешником, да. И пристам, с чем. Вот, да, ты знал. Так, короче, я пойду сделаю кофе. И через минут 5, может, чуть больше буду. Можно портал Долоран, пожалуйста? Это ты чисто за лича? Ну, мне отними там сколько надо.